Друзья, всем привет и сразу к делу. Значит, приятная новость. Ну, во-первых, для начала, я Михаил Шилов. Кто меня знает, замечательно. Кто не знает, представлю еще раз. То есть я представлюсь так, чтобы это было понятно для данного вот анонса, который я делаю. Я врач-ортопед-травматолог, мануальный терапевт, хирург и специалист по спортивной медицине. А также по спортивной нутрициологии, питанию по спортивному, то бишь, да? Вот. Значит, вышел мой первый видеокурс в проекте «Корректура». Для тех, кто долго ждал, кто мне писал постоянно, ну когда же вы поделитесь, Михаил Юрьевич, своими секретами проект «Корректура», в рамках которого я на своем примере лично показал, как от 105-килограммового толстячка можно превратиться в человека 75-килограммового при росте 173 сантиметра вот у меня, значит, способного выступать в 42 года в категории Men's Physique в легкую, и это без всякой химозины и без всего прочего, то есть даже без спортивного питания, вот, реально, это специальные медицинские знания позволяют мне разрабатывать подобные методики, и это не какая-то там фейковая новость, это на самом деле. То есть, кто захочет, может посмотреть мои фотографии и посмотреть, как в течение этих лет я преображался. То есть, это потребовало времени, безусловно, можно было бы сделать это и быстрее, но я говорю, что все делалось чистенько. Поэтому и заняло довольно большой период времени для того, чтобы потерять только жировую массу и не потерять массу мышечную. Так вот, суть первого видеокурса, она подходит абсолютно всем. В чем ее суть? Она заключается, то есть называется видеокурс «Вкуснюшки для сушки». Суть заключается в том, что на самом первом этапе, а этапов несколько, вот, идет... Идет изменение немножко питания, когда убираются самые простые, значит, углеводы из еды, из приема пищи. Вот. И заменяется сам сладкое на интересные, как бы, другие продукты. Сейчас, извините, запаркуюсь, а то сам теряю суть мысли. Тут сложная такая ситуация парковочная. Надо на бордюр заехать. Так вот. Хорошо. Так вот, продолжаю. Суть заключается в том, что там есть сборник рецептов, который позволяет заменить продукты сладкие такие и вредные, как выпечка, на более полезную выпечку, на более полезные эти конфеты, которые не содержат практически быстрых углеводов вообще, а наоборот содержат большое количество протеина. Вот. Но они, тем не менее, сладкие, очень вкусные. Готовятся они легко, любой мужчина, рукожопый даже, может все это приготовить очень быстро. Вот, чтобы показать, насколько это просто все, готовит там все моя дочь, я снимаю на камеру, заснято классно, с нескольких видеокамер, меняются виды, для того, чтобы показать ближе, дальше, хороший звук, на выносной микрофон, на петлицу, то есть вообще все классно, хороший курс, прям реально, для тех, кому эти вещи важны, но они реально важны, то есть когда хорошо записано, хорошо смотреть, вот. Я хочу сказать, что только вот благодаря этому изменению вот такому в питании на первом этапе, не меняя количество калоража в питании, то есть количество килокалорий, не меняя график и режим питания вообще, а только заменив одни продукты другими, вот про которые я говорю, мне удалось довольно быстро со 105 килограмм спуститься где-то примерно до 95. И терял я примерно по 2 килограмма за неделю первоначально. Но это только первоначально. Потом я худел уже где-то килограмм за месяц, только не больше. Именно для того, чтобы мышечную массу не потерять. Почему такой быстрый был эффект в первое время? Ну, потому что там, когда отказываешься от быстрых углеводов, быстро начинает уходить излишняя вода, которую держат углеводы. Вот, и начинается перестройка вот эта, она на начальном этапе как раз и дает самый быстрый, значит, эффект. Всегда в начале все быстро, а потом потихоньку самозамедляется. Вот. То есть первые килограммы, даже десятки килограммов согнать довольно просто сопучному человеку. А вот потом уже доводить себя до кондиции более сложно. Ну так вот,
Собственно говоря, в этом и заключается суть. Я вам предлагаю воспользоваться той же самой темой. Почему она хорошо подходит? Она подходит не только тем, кто хочет похудеть, тем, кто хочет массу набрать, и для подростков, для молодых людей, которые хотят поправиться. Проект корректуры был отработан на людях самой разной консистенции. Сам-то я добился не за 4 года результата, а за 2. Вот. Вышел на кондиции, на очень хорошие. Но 2 года еще доработка шла специально для девочек. Был курс для полненьких. Значит, все это пробировалось, прорабатывалось. Причем там я с дочерью работал, с своей, с другими детьми. На группе у меня с занимающихся ребят отрабатывалось это все. Вот. На женщинах, которым за 30 и за 40, которые хотели бы в проблемных зонах убрать что-то, а где-то наоборот прибавить мышцы, тоже вот, значит, отрабатывалось это все. Поэтому проекты я и не выпускал, потому что, понимаете, одно дело поделиться собственным опытом просто, а другое дело запретендовать на то, что поможет многим другим. Ну и вот мои специальные медицинские знания позволили мне построить методическую работу таким образом, чтобы реально доказать, подтвердить результаты, которые закладывались в теоретических предпосылках, которые я разрабатывал. Самое-то главное в том, что методы, которые используются, они подходят всем, а не тем, кто работает по тем же методикам, которые дают инструктора в фитнес-центрах. Потому что инструктора в фитнес-центрах обычно дают методики, по которым они сам следовали бы сами. Но учитывайте, что они профессионалы и могут потратить массу времени и определенные жертвы принести на алтарь собственной самотрансформации. Мои же методы, они подходят для тех, у кого для этого времени нету. Я не профессионал в трансформации тела. Я не трачу на это все свое время, там, и, честно говоря, этим деньги вообще не зарабатываю, да. То есть я просто показал, как человек, который занят так, как я, у которого есть масса проектов в офлайне, в онлайне и так далее, может потратить определенное время, определенным образом построить свой режим дня, для того, чтобы трансформировать себя и измениться полностью. Да, для этого потребуется какое-то время. Но, что самое ценное, в этом курсе не требуется колоссальной воли, потому что там все разбито на несколько, значит, этапов. Нет такого, что вот я решил поменять образ жизни, и с завтрашнего дня я начинаю так активно всю свою жизнь менять, что просто капец. Ну, может, мотивации первичной хватит вам на это, а потом будет, наоборот, депрессия. Потому что вы не сможете поесть одного, другого, там где-то режим надо делать по-другому, где-то время там самое перераспределить. В итоге вы поймете, что для вас это очень тяжело. То есть, и потом откажетесь. Либо будет это срыв какой-то, либо еще что-то, и эффект будет минимальный. Вот. Так вот, чтобы этого не произошло, все разбито так, это для обычного человека, чтобы легко было. То есть и на первом, на самом этапе, вот как я говорю, ничего особо страшного не происходит, просто одна выпечка заменяется другой, одни конфеты заменяются другими, одни продукты заменяются другими, содержащие больше количество протеина, но по вкусовым качествам такие же сладкие, вкусные, органолептические, они очень приятные, красивые, а вкусно пахнущие, готовятся очень легко. Все. Вот. К чему я это все веду? Курс готов. Я начинаю принимать предварительные заявки, просто мне по приколу, честно говоря. Я сейчас во всех социальных сетях провел вот этот вот эфир, самый прямой. И еще остался только у меня на Ютубе через Hangout, может быть, или просто в виде стрима я еще проведу. И в каждой соцсети я предлагаю первым, кто мне, либо в комментариях, значит, оставит сам заявку, либо напишет мне в личку, я сделаю скидку на этот курс. Курс сам по себе вообще недорогой, на самом деле. То есть он не будет стоить больше 1000 рублей. Вот. А скидка, значит, первым с 10, кто сам закажет, будет реально большая. Ну, не знаю, там 25 или 50% даже. То есть самым первым, может, я сделаю 50, а второй половине 5 человекам сделаю ее 25. То есть у вас есть такая возможность. Но это только на время релиза такие цены, на самом деле. Вот, мне сейчас интересно посмотреть, какая социальная сеть работает эффективнее. То есть я еще и провожу сейчас этот эфир и одновременно маркетинговое, значит, исследование. Вот, ребята, поторопитесь, друзья, девушки тоже. Если вам интересно, ну, я вам скажу, это реально работает. Посмотрите мои фотографии, значит, увидите, как я весил 105 килограмм и как я стал весить 75 и как я выгляжу сейчас. Вот, да.
Ну и можете посмотреть и там на дочку на мою тоже. Как она выглядела там 2 года назад, как она выглядит сам сейчас. Она такая пышечка была, и какая она стала стройная. Я вам хочу сказать, что для детей, особенно для девочек, очень важна эта тема, прям очень важно. Я вас уверяю, что по опыту, я говорю, 90% девочек, которые в детстве самые полненькие, они потом не выправляются. Или если они даже выправляются, кто-то там 1% или там 10%, то они имеют очень сильную мотивацию, и там даже не воля берет все, а именно мотивация на коротком этапе. Они достигают успеха на коротком этапе за счет сильных, ну, скажем так, издержек. Они голодают, они там теряют там, где не надо. Потом возникает сам проблема набрать там, где надо. То есть, понимаете, это все сложно. Этим можно восхищаться, но гораздо проще с самого начала, с самого детства правильно построить этот обмен веществ, и все будет очень хорошо. Человек будет самостроенный, красивый. И потом, понимаете, когда вы разгоните правильно обмен веществ, вы никто не говорит, что вы не сможете съесть конфетку там, или кусок пирога на день рождения у лучшей подруги или там у друга. Вот. Вот такая фишка. Поэтому все начинается вот с первого сетапа. Первый этап. Первый этап описан в виде рецептуры вкуснюшки для сушки. Все. На этом эфир заканчиваю. Распространите его для своих друзей, в том числе. Вот. Я для тех, кому может это полезно быть. Вот. Ну все. Всем пока. Поторопитесь.